Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами Валентина, канал «Артекс глазами под ласточкой». Сегодня мы с вами совершим пробег по нашей территории, вокруг нашей территории. Я купила вчера палку селфи. Хочу ее выгулить. Ну и показать вам, сколько времени занимает проход вокруг нашего королевства телята. Не знаю, будет видно, не будет. Пока вообще ничего не знаю, что будет видно. Делаться будет ролик без монтажа, потому что время. А два раза пройти весь этот путь у меня не хватит сил. Поэтому пока идем, будем разговаривать на какие-нибудь темы. Ну, к примеру, для чего я вас хочу провести вокруг нашей территории. Так, мы уже дошли до стройки. Стройка вот у нас. Слева. А вокруг мы идем с вами. А, ну это я уже говорила, да? Чтобы посмотреть время. Мне интересно самой время, за сколько можно обойти вокруг от одной. Сидим, я парю. Красота вокруг такая, да? Простора там. Что там у меня? Ничего не вижу. Заснимаю. Так. Здесь уже до коров дошли. Но вам сейчас пока не видно коров. Не всегда хорошо иметь большие территории. Потому что пока дойдешь от одного угла к другому. Ой, ветерочек. Ветерочек дует. Не смотрел, сколько градусов. Градусов 17 мороза, наверное. Тепло. После 32, 18. Это, считай, вообще лето. Особенно, если сильного ветра нету. Прошу прощения за то, что я так запыхалась. Я вообще очень мало хожу. Потому что спина у меня больная. Больной позвоночник. Я для меня вот каждый поход, это, так сказать, небольшой спорт. Об этом даже не надо было говорить в прямом эфире. Но вообще не так уж долго мы идем. Хочу я вам сказать. Мы уже дошли до калитки. Так, открыть я ее не смогу, потому что это... Ой, Серегина. Так, мы вот так вот перелезем. Раз. Ее бы надо закрыть. Ой. Нет, палкой, конечно, хорошо. Рукой-то когда прям неудобно. И не мерзнет ничего. Только надо ее держать, наверное, как-то поровнее. Вот мы уже в огороде. Здесь куда идется не сильно комфортабельно. Не привычки. Так. Лыжники такие, да? Я все мечтаю лыжи купить. У меня нет лыж. Своему стыду. А вот здесь шестая зима, а лыж нету до сих пор. Так, это наша стена. Это наш огород. Сейчас уже будет финишная прямая. Правда, это финишная прямая. И
немножко косарь, потому что прямой-то у нас нет, чтобы по прямой пойти. Так, тут я полезу под яблоню. Я, наверное, ее все-таки обрежу, как просит меня. Так, здесь у нас кольцо. И вот она, финишная, снимаю. Тум-т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 ум. А вот она дверь. Итак, мы начали оттуда, откуда... Так, заканчиваем. 5:23. То есть больше 5 минут мне понадобилось, чтобы обойти вокруг наше королевство. Все, пойдемте сходим к телятам. А то я у них не была. С тех пор вот как домик сделали, я так их издалека я их вижу. У нас труд в хозяйстве поделен. Мои коровы. Вот пока они телята, они звери мужа. Он их поет, он их кормит. Вот они телята. Как это боишься мне? Речка. 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 Ого. Ты зачем меня лижешь? Так, вот это победа лежит. Ай, она меня даже... Она вообще дикая. Речечка моя. Какая красавица стала. Так, вот этот вот Мишка. Мишка. Кочерышка. Еды и волю. Так вы что все на меня налезли? Ой, вы мои красавицы. Ага, ты меня не кусай только. Зачем ты меня кусаешь? Да, речка, какой красавица. Да. Еще бы ей... И ушки-то у нее рыженькие. Посмотрите-ка. Рыженькие ушки-то. Ей еще зеркало вокруг носа, и она будет у нас швид. Да? Будешь швидской коровой? Речка. Ну-ка быстро себе... Возле носа зеркало придумала. Ребята, я к вам пройду как-нибудь. Это... Нет, не пройду, там замотано. Я хотела домик посмотреть. А перелезть. А перелезть. Я не повисну. Что ты пал? Если я буду... А, перелезать. Нет, не получается. Так, надо скрутить. Откручивать. А, отверчивать. Сейчас я девчонку сломаю, потом мой драгоценный будет бухтеть долго и упорно. Что я там ему? Все. Ой, он уже идет. Мама, прячемся. Пошли смотреть домики. Домики как выглядят. Еще раз напомню. А? Я пошла смотреть дом. Ой, извините. Еще раз напомню, это не наше королевство, мы его самозаняли. О, у нас дорогу чистят. Скорее, скорее, скорее. Скорее, дорогу. Сейчас меня наши местные. Блин. У них же такого нету. Лучше не буду показывать. Это не чисто. А то вызовет нам. Здесь это не примется. Так, вот и дорогу нам почистили. Пока мы здесь болтаем. Ой, блин, шапку. 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 Ого. Домик. Так. Ну что, тут тепло. Только они тут надо убирать. Туалет-то здесь же у них. Нет, ну хорошо у них здесь, ветра нету. Я бы не сказала, что они прям здесь.
сильно. Кругом пойду. Не пойду там. Пойду кругом. Я бы сказала, что они там сильный юг. Он не дует. А выглядят они замечательно. Минус 30 градусов мороза. Они прожили нормально. Селёночки. Месяц поди. Серёжа там. Месяц поди прошёл. После того, как мы вам показывали. Любаня от них бегала. Ну, подросли.